Всем привет! Сегодня 1 апреля. Блин, я тут сегодня с красными губами такая намазала. В общем, всю ночь не спала. И наконец-то хочу снять влог. Потому что я уже очень давно-давно не снимала. И всего так много, в принципе, происходит. Я ничего не рассказываю. Вы спрашиваете. Мне приятно, что кто-то интересуется. В общем, иду на учебу, всю ночь не спала. Время 8:30, я уже опаздываю. Но очень много. Нет, даже уже 35 минут. Мне к 8 было. Ну, сейчас будут смотреть на меня люди, поэтому я выключу камеру. Здесь хоть народа нету. Иду с остановки до университета, опаздываю ровно на час. Не знаю, пустит меня, не пустит. Мне, если честно, даже немного стыдно. Вот. Я всегда там на минут 20 опаздываю, а это на час. Можно, конечно, соврать, что я не перевела часы, но их уже перевели почти неделю назад, по-моему. У нас теперь в городе, я в Астрахани живу, а у нас разница с Москвой в час теперь. Вот. Ну и не только с Москвой, и с другими городами тоже. Так что у нас теперь свой часовой пояс, или как сказать правильно. Вот так. Буду в этом году защищать диплом. Надо будет готовиться, скоро начинать, потому что уже учить все, зубрить чуть-чуть осталось. Дай бог, я получу свой диплом, потом пойду работать. Вчера, кстати, волосы покрасила и сделала кератин, только такой домашний, как бы не выпрямление, а как бы он лечит волосы. Не просто вот есть химическое такое выпрямление волос кератином, когда тебе там утюгом делают, а это просто как бы маска там трехфазная, мама купила. В общем, волосы сегодня такие мягкие, но из-за ветра надо расчесаться, чтобы они такие были поровнее. Солнце светит. У нас уже тепло, потому что последнее время было очень-очень холодно, дожди, снег, а потом раз, резко и тепло. Я даже не ожидала как-то. Выхожу на улицу и такая думаю, блин, наконец-то не холодно. Вот у нас сейчас где-то примерно плюс 8, плюс 10. Очень круто на улице. Не пустили меня на пару, но кто бы сомневался. Это, кстати, единственный преподаватель, который меня просто не переваривает вообще на дух. Это преподаватель по английскому. Я постоянно с ней ругаюсь, она постоянно меня выделяет из толпы, потому что терпеть меня не может. Вот. Так. Причем ругались мы, потому что я не понимаю вот этого, когда я что-то спрашиваю, но там что-то не понимаю. Поин того, что я в школе учила немецкий, и в институте только начала учить английский, и если я что-то не понимаю, я спрашиваю ее, типа, вы можете объяснить, почему так? И она говорит, и кому-то уже за это заплатили. Я не обязана это объяснять. Вот. Вот такая психология у учителя. Точнее, у преподавателя. Вот. Сижу в университете, в коридоре. Пойду на следующую пару к ней. Вот так вот. Я еще захожу такая счастливая, с красными губами. Конечно, еще бы на меня пустила. Мы уже отсидели на английском и прям в столовую. Тут колледж рядом и тут гоняют тех, кто курит. А мы кушать идем в колледж, а учимся в другом корпусе. Это не главный корпус, а такой левый. А вот так кушают студенты. Сосиску в тесте взяла, и тут нож с вилкой из-за того, что вчера поменяла себе на брекетах эти. Мне кажется, мне не слышно, а может и слышно дуги, и мне тяжело кушать. Поэтому буду резать. Но мне приятного аппетита, так что это скоро пора будет. Я здесь даю мастер-класс. А Жаня, да. Это моя однокрупница и подруга, как себя вести, точнее, как фоткаться на людях и сниматься, я не знаю.
просто нужно забить на всех и вся. Потому что так все все равно будут всегда смотреть и как-то реагировать нездорово. Без разницы. Время почти полпервого, и я до жути просто хочу спать. Я сидела на последней паре и просто меня так вырубало. Прям сильно-сильно. Я уже прям засыпала. Я, кстати, на этой паре очень часто... Ну, я очень часто так прихожу в университет, но очень не сплю, потому что не могу заснуть. Из-за того, что днем спала. Я потом сижу и просто меня вырубает на паре, и я засыпаю. Какой-то кошмар. Сегодня постараюсь не ложиться спать, чтобы установить режим. Не знаю, может быть, получится. Сейчас еще нужно съесть по делам. И только тогда домой. Я уже устала и очень хочу спать. Приехала уже на свой район, съездила по делам. В общем, у меня уже садится телефон, и, скорее всего, я не успею дозаписывать этот влог. Уже буду писать его дома. Точнее, болтать. Я не знаю, вообще стоит ли такое выкладывать, потому что, мне кажется, это дико скучно смотреть, как я тупо иду и болтаю. Вот. И вот чипсы себе купила. В последнее время я постоянно их ем. Они дико вкусные. Ну, по крайней мере, мне так это кажется. У нас сегодня такой ветер, и у нас в городе очень пыльно. Просто вот пыль столбом стоит, у тебя все лицо как будто в песке. Такое ощущение. Без очков вообще невозможно. Ну, как-то так. 22 марта сегодня вышла я на паре, и смотрите. И вот туда мне нужно ехать. И как я буду это делать, я не знаю. Я уже опаздываю на 2 минуты, а я только вышла. А мне ехать час. А тут такая пробка на весь район. Сегодня учимся в нормальном корпусе. Смотрите, как у нас здесь цивильно. Это общежитие. А это... Дури страдаю. Я не хочу на работу. Я хочу учиться. Можешь мне пойти в магистратуру? Давай. Но я так не хочу тоже учиться, уже надоело. Я тоже. Нахер надо. Лучше лучше работать, хоть деньги дают. Мне диплома хватает, Настя. Это у нас такой здесь... Как сказать, спортивная площадка это, да? Как сказать? Ну, типа да, физкультура. Здесь физкультура проходит, играют в баскетбол, в футбол, пацаны. Хорошее поле у нас тут. Вот. А мы сюда пофоткаться гоняем. Я, кстати, на физкультуру никогда не ходила. Потому что у меня есть корочка кандидата мастера спорта. И мне вставили автоматом. Здесь свет очень классно падает. Очки круто смотрятся, можешь сфоткать. Вот и отсидели две пары, и сейчас пойдем домой. И пофоткались. Зачем я хожу в университет фоткаться? Кстати, вот, знаете, такие предметы серьезные, а у меня пятерки. Единственное, у меня тройки, это вот... Да ты фартовый человек, Настя. Вот я фартовый, видите, говорят. Я вот хожу на пару, блядь, у меня четверка. Потом будут ругаться, что ты матом ругаешься. Я помню, девочка написала, типа, зачем ты ругаешься матом? И я такая, ну, там что-то такое про мат. Я взяла и специально даже пересмотрела все видео. И ну, я там не ругалась ни разу. Один раз пустя. Не знаю, может просто... Хотя наговаривают на меня, понимаете? Блин, пить хочу. Еще ехать домой минут 40. Хочу пить. А вот, кстати, наш старый корпус. Вот я уже показывала, по-моему, стекляшку. Вот сейчас будет на следующий год уже в стекляшке учиться. Нам говорят, поступайте в магистратуру, будете в стеклянном здании учиться. Красиво заманивают все нас. Будет. Да, заманивают, чтобы денег платили. Не, ну можешь, конечно, на этот какого, на бюджет тупо поступить. Ну, не знаю. У нас сегодня офигенная погода. Просто офигенная. Уже прям такая весна. У нас тут еще парк есть. Вообще в главном корпусе очень хорошо. Вот. А в
когда второй корпус не очень, у меня часы пищат. Каждые 3 часа эти часы, кстати, пищат. Точнее, не каждые 3 часа, а в 3 часа у меня будильник стоит. Я как-то раз поставила, теперь не могу отключить. Да. Я, кстати, их заказывала за 90 рублей. Их в одном сообществе в Инстаграме за 500 рублей продают. Можно, кстати, набрать всех цветов. Классно. У меня сегодня рублей. Еще такие резиночки. Вот так одета. В Инстаграме мы сегодня, наверное, выложу фотки. Кстати, у меня есть Инстаграм, подписывайтесь. Ссылки будут внизу в описании под видео. Сам себя не пропиаришь, никто не пропиарит. Меня смотрят, мои влоги смотрят где-то 1000 человек. А на меня подписано почти 7000. Это закономерность такая. Вот. Но 1000, если 1000 смотрят, значит кому-то это интересно, и я буду снимать. Буду болтать. Сегодня, может быть, выложу за 2 дня. Не знаю, что там я наснимала. Мне кажется, там очень скучно все. За этого не хочу такое выкладывать.